А вот если служить новобранцев отправляют в другие регионы, добираться до части им приходится на поезде. На железнодорожном вокзале Мурманска судебные приставы решили напомнить пассажирам о необходимости платить по счетам. Элина Ким продолжит. Белая буханка с зелеными полосками, припаркованная рядом с железнодорожным вокзалом в Мурманске, непроизвольно заставляет нервничать пассажиров. Но в этот раз совместный рейд судебных приставов и сотрудников Мурманского линейного отдела МВД России носит скорее предупредительный характер. Данную акцию мы стараемся проводить регулярно, вся служба проводит ее регулярно, в преддверии каких-нибудь больших мероприятий. Ну, например, у нас есть каникулы новогодние, сейчас в преддвериях майских праздников. Граждане уезжают в отпуска, в короткие какие-то, но у нас уже для Мурманской области более актуально, люди уже в мае начинают уезжать и в серьезные свои отпуска. И чтобы в отпуске не возникла ситуация с блокировкой карты, запретом выезда за пределы Российской Федерации, проводится данная акция, когда гражданин может узнать, есть ли у него долги. Запретными хлопотами, предшествующими отпуску, не мудрено забыть о долговых обязательствах. Среди покидающих Мурманск пассажиров злостных неплательщиков в этот раз не оказалось. Северяне к таким проверкам относятся с пониманием. Очень хорошая акция. И нужная, и своевременная. Правильно. Все должны платить по своим долгам. А вы уже оплатили, спокойно поедете в отпуск? Конечно, у меня даже квиточки все с собой. Для получения информации о наличии или отсутствии задолженности достаточно зайти на официальный сайт Федеральной службы судебных приставов, либо воспользоваться единым порталом государственных услуг.